Друзья мои, всем салют, всех приветствую снова, рад вас видеть. В общем, сегодня я не усидел дома, у меня выходной, я работал, не усидел дома и приехал сегодня опять половить карасика на поплавочек. Не смог я это выдержать. Вот, приехал немножко пораньше. Что хочу сказать, сегодня у нас такое утро довольно-таки холодное. Прохладная. Сегодня было минус 2 градуса утром. Сейчас 7:30 утра. Вот. Я надеюсь, уже скоро поедем на лед, но все равно дома не сидится. Решил половить, попробовать карасика. Ну что, друзья, кому понравится рыбалочка, палец вверх. Обязательно подписочка на поддержку. Ну что ж, начнем. Так, по снастям. Вот мой незаменимый Hunter. 3000-ная катушечка. Так. У меня поплавочек здесь 6-граммовый, 6 грамм, грузик и 9 номер крючочек. Вот, ну что, будем заряжаться. Буду ловить сегодня и на белого пробовать, и на красного. Будем экспериментировать. Хотел взять кукурузу, но не взял. Ничего. Да, утрица, конечно, прохладненько. Так, глубинку выставим. Прохладное утро. Но рыбка гуляет. Я вижу, что гуляет на самом деле рыбка. Сделаем первый заброс. Ну что, ни хвоста. Погоним. Утро такое ясное, потому что морозное. Вот. В общем, пожелайте мне удачи. Поставил садочек. Ветерка рядышком. Вот. Будем надеяться, что что-то клюнет, потому что довольно-таки прохладно. Будет карась брать или нет? Кто его знает? Прошло после того, как я здесь был, наверное, 3 дня, по-моему. Ну, видели, вышла рыбалка, я ловил с лодки здесь. Ну, такие красивые попадали. Вот. Не забывайте, ребят, про подписочку, колокольчик. Для меня это очень важно, ваша поддержка. Очень важно. Поэтому я стараюсь, гоняю на рыбалку. Да не только ради этого. Для души просто. Ну, как по тому году я... Уже, наверное, в октябре уже там холода были, уже ждал зимы. Но в этом году, вот видите, ловлю. Стараюсь для... Пока поклевок нету. Размешаю такую вот прикормочку. Хотя тут она светлая, тут осталось прошлых рыбалок. Это пока в сторонку, чтобы... Нельзя, чтобы мусор с собой. Размешаем прикормочку. Попробуем закормить, пока поклевок нету. Там был с одного вроде дюбнувший. Ну, блин, может и дать то, что прохладно. Ну, так. Странно стоит сейчас. Дробанем. Ну, я слышу, что он берегу-то, он чмокает. Хотя странно. Должен уйти маленько на чистое, потому что в берегу вода ж холоднее, ё-моё. Так. О, блин, поклевка была. Ага, да. Это был дюбнувший. Так. Так. Вот так вот. Кто-то был, ребятки, дюбнувший, пока я не смотрел. Опустилось. Все равно уровень не тот воды. И подлежки до килограмма.
Холодало нихуя, не стало, да. Вот он. Блин, идет. Ты вроде захотел, а он там сидит. Вот он. Чуть поглубже сделал маленько. Да, можешь на дно положить, потянуть. Ну, у меня рядом, ну, совсем с дном. Хороший карасик. Рядом с дном как раз вот стоит. А поверху не хотел. Вот солнце закатилось, можно будет и подальше забросить, будет видно. Видно, поплавок будет, как солнце в глаза будет. Ну, да. Ну. Так, вот красненького у меня здесь. Кто-то постоянно лотит. Нормально. Ну тут ребята были, да, тут ближе ловили. Каждый день кормишь, как свиней, 4 раза в день. Угу. Ну, я тут прикармливал тоже немножко утром, сразу. Ну, покупной прикормкой кормил здесь. Солнышко не надо было бы. Да, солнышко не любит он. Ну, насчет любит. Ладно, что не любит. Не видно, что глаза. Ну, не любит здесь солнце. Диоптрия какой-то. Да, пока не очень. Так вот, ребятки. Тихо. Так. Во-во-во-во-во-во. Попал на траву. Да, я на травину куда-то попал. Ну так тоже должен стоять попал. Попал куда-то на траву. Ну там чуть мелче так. Попал куда-то на травину там. Кормили беленького. Сразу повел. Вот, толстенький тоже. Сразу повел, только кинул. Толстенький. Толстячок. Надали пришел. Жулик этот. Пришел чуть подальше. Пришел вдали. Только кинул, сразу повел. Без вопросов. Толстячок этот. У вас эту ведет. Левую. Правую, вернее. Во-во-во. Клюет, 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 клюет. О, блин, и фиг. Уже засасывал. Не засасал. Да как, куда он уже нырял? Он уже нырял. Погодка шепчет. Сидит? Сидит. Сидит.
Нет? Ох, мальки пошли. А, это от твоего карася мальки пошли. Да, не крупно. Это не карась, а хищник какой-то там. Ну, взял щук. Три. Хорошие? Ну, одна такая полторашка. Ага. Две поменьше. Были удары? Да, блядь, с утра видишь, как гонится сзади. Только волна расходится, блядь. А сзади летит, блядь, около лодки развернется. А пробовал останавливаться? А? Пробовал останавливаться во время, когда гонится? Ну, помедленнее так шучу. Ну, тухнет, тухнет, блядь. Да, совсем сегодня слабенько. Слабенько. Еще поклевка была, что? Стоит весь в береговой зоне, ребят. Стоит весь в береговой линии. Стоит весь в береговой линии. Он чисто не уходит. Прохладно стоять. Не заболеть бы, блин. Ну тихо, ты не шипи. Но. Смотрите, какие красавцы. Дай, клюнь его. Ой, ты что ругаешься? Иди своей дорогой. Иди своей дорогой. Да. Иди своей дорогой. Боже, ты создание. Иди, тебя никто не трогает. Красавцы. Но? Не боятся ничего. Поклевочка. Клюнул пару раз. Ну. Капризно. А. Что творит? Губы замерзли, наверное. Ты тоже провел и отпустил. Ах, и мимо. И мимо. Нырнул, да? Или зацепилась? Слегка потянул. А вот тут? Вот тут, вот правую. Правую что-то было колыхнувшим. Тоже повел. Поклевочка. Как вот ты положил. Не мимо, положил. Да? Не положил. Нельзя поклевочка. Не оторвешь, не распутаешь. Это да. Ага, есть. Вот он.
Вот сюда, на пайку пришел, где кормил до этого. Ну, долго вот, шел. А я что говорил тебе? Ну, долго пришел. Где кормишь, туда надо и бросать. А то ты, наверное, как некоторые. Не. Пайку туда, а вот на двине бывает, что пайку бросаешь и мелочь, а за пайку крупняк. Ну, до этого... До этого я сюда же кидал. Нифига он тут не клевал вообще. А сейчас только вот... за пайку дальше так плотвины, батоны там, еще и лишок возьмем. Все равно вот подошел на пайку. В принципе, куда кидал, туда и пришел. Вот. Ну, в долях я тоже кидал утром, туда дальше. Ну, дальше там пайку раскидывал, хуй знает куда. Ну, понятно. Но все равно... А тут пайку... Ребятки, поклевка. Ах ты, елки-палки, прозевал. Уже повел все и фигушки. А может и зарано. Ну. Не угадается. Да. Может, не дал ему закусить. Закусить ему, блин. Да. Что-то у меня сегодня дурит, блин, часто. Зуба с верхнего сорвал. Ну. Так красиво протянул. Ой, бывает, тянет. Да. А мне вот. Тот пень, где я тебе говорил, трава, раз, пока пошел на берег. И все, понимаешь? Он сюда ближе подошел к траве. Какой? К той? Вот. Так а ты вчера поймал хоть пару килограмм только? А? Поймал? Вчера? Вчера я не был. Позавчера, наверное. А, что-то видео показывал? Ну, позавчера я поймал. Ну, волна была весь. Ну, так он брал. Он брал и хорошо брал. Ну, начал хорошо брать после 12. Ну, не, полдвенадцатого. А утром слабо было. До скольки человек? До полдвенадцатого. Вот мы начал, он начал брать, и мы поехали. Но я не один был. Что ты решаешь, думаешь, ну? Ну, мне ж фидера взяты с собой. А, ну вот встал и лови, он прямо кидаешь. Я могу фидер обновить. Ну встал и лови с фидером, чё. Ты ж отсюда можешь даже в воду не заходить. Так вот прямо вот кидаю и всё к траве. Ну вот, куда дай. Вот он. Не крупный, блядь, совсем. О, уже час, 5:02. Должен наглый Вичка прийти ловить рыбу. Может быть, он на работе сегодня. Да, дождик закапал. Он в последнее время в коротких сапогах, в канале, с бабой. Иди сюда, хорош ты, блядь. Хорош ты, пузатик. Начал проклевываться. Thank you.
Иди сюда. Ты на красного? А? На красного? Ну, я тоже на белого, должен брать на белого. Все, домой поешь? Все, да. Сколько? 4 года отъездил по барабану. А я с электрокара. Она жесткая, блядь, вот шипы такие здоровые. А полный москвича помню, ты как занесло. Веток там на березовку ехал на повороте, после моста. Ага, через медведь поворачивал, меня развернуло на обратную сторону. Я их снял нахуй. Жесткие они такие. Ключки. Опа. Вот он, вот он. Дурил меня. Мой пришел. Вот, вот, вот. И к себе пришел. Вот. Он у меня вел. Я что-то видел, что он вел. Но я решил подтянуть, и он начал тянуть. Сейчас его перетянет. Ну, только его перетянет. Пузатик этот. Дурачок, Аскараш. Не знаю, что тут здоровые мужики стоят. Эти мужики перетянут карасями. Да, ребята, вот так вот. Не первый карась у них. Шатки. Поклевывать. Рыбачки есть тоже. Погода меняется. А по прогнозу северо-западный. По прогнозу, да. Как раз отсюда хорошо северо-западный. Добро. А завтра будет юго-западный. Но тише будет завтра. Тише, да, будет? Карман я. Это... Вот она. Вот она. Прикармливали всех котов, рыбы и коров. И вот уже привыкла, знаешь, собака узнает, у меня белая собака. И знаете, прыг. Ну, да. Корм вот посыпанешь и пожрет. Вчера был на рыбалке там. Надо Красивый. Куда? Будем по очереди. Ну? Главное, стоял. Я только шевельнул. Сразу раз поклевка. Сразу. Сразу. Если бы не было бы травы. Да, сразу повел. Да. Если бы не было бы травы, хорошо так вот почакишь сейчас. Да, в проводку. Верится и заипи что-то, и подлещики так вот. Угу. Раз, главное, стоял, наверное, травку обтершись, блин, ну, обзацепившись. И раз только подтянул, сразу бах, поклевка. Да, так, а так. Есть поклевочка. Давай. Чавкает.
Ах ты, ушел. Ах ты, какой жук, а. Ушел. Жулик, а. О, опять только кинул. О, ох ты, ох ты. Придавил, придавил, ну. Блин, придавит, придавит и все. Капризный. Вот он, вот он, вот он. Иди сюда, иди сюда, иди. Иди сюда. Прям рядышком взял. Красавчик. Чё, кто-то клюнул. Бакала. Красавец. Смотрю, блин, шевельнул немножко, а он уже сидит. Зверь, а? Силы. Он уже сидит. Он уже сидит. Надо попроще закругляться. Да, я тоже скоро поеду. А то не донесу рыбу. Я тоже скоро поеду. В воде уже настоялся. Опять рядышком. Ну, блин. Здесь вот его. Прям рядышком. В траве стоит, зараза. Стоит в траве, ребятки. Пойдет, ребятки. Ну, какой покос.
коцаную. Смотрите. Недавно, кстати, коцаный. Все, ребят, будем сворачиваться домой. Не завалился. Все, друзья, мне понравилась рыбалка. Палец вверх, подписочка. Все, до новых встреч. Всем пока.